Привет, друзья! Сегодня готовим вкусный и красивый салат «Бусы на снегу». Первым слоем идет отварное мелко нарезанное мясо. Сверху мяса наносим сеточку из майонеза и аккуратно распределяем по поверхности. Следующий слой – мелко нарезанные маринованные огурчики. Далее идет слой натертой отварной моркови, которую также смазываем майонезом. Приготовим следующий слой. Для этого смешаем мелко натертый сыр с раскрошенными желтками. Перемешаем и добавим его в салат. Поверх слоя сыра с желтками наносим также сеточку из майонеза и аккуратно распределяем по поверхности. Оставшиеся белки натрем на мелкой терке и нанесем верхним слоем в наш салат. Поверхность украшаем зернышками граната. Салат «Бусы на снегу» готов. Даем настояться в холодильнике и подаем к столу. Приятного аппетита!